Мамочка, там улыбка золотой.
ласковая, и как солнышко она согревает нас своими лучами. И именно поэтому мамин праздник приходит к нам с началом весны. Солнце весело сияет, первый ручеек запел, и подснежник расцветает в этот день, весенний день. Отворяйте ворота, в гости к нам идет весна. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы кто? А я волшебница из школы чародеев. Я, ребята, к вам пришла для прохождения практики. У вас праздник какой-то. Буду вам сегодня помогать на празднике. Ну а желание ты можешь исполнять? Ой, ну это запросто. Только бы вспомнить, конечно, как это делается. Ну, конечно, я вам помогу, если я же волшебница. И сегодня буду свои навыки на практике. Какую гостью вы ждете на праздник? Весну! А, хорошо, наколдую вам весну. Но только для пользы дела расскажите мне, кто такая весна? Сейчас тебе дети о ней расскажут. Парагода. Это парагода, ну расскажите мне, какая она? Какая весна? Теплая. А стихотворение учили про весну у меня ребята. Маша, Марк. Маша, выходи. Максим, Маша, выходи. Марк, Мария. Марк. И Марк. Подожди, давайте так красиво вот сюда. Встань. Марк. Так. Если снежка всюду здесь становится длиннее, если все зазеленело и в поле кручит ручей, если солнышко ярче светит, если птица мне достана, если солнышко ярче светит, значит, к нам пришла весна. Ага, хорошо, ну, Марта, скажи, что ты мне пришла? Смотрит солнышко в окошко, гости нам пришла весна. Мы захлопали в ладошки, очень ждали мы тепла. На весна шагает, быстрыми сугробы, и сугробы тают под миллионы ногами. Черная тротоя. На полях весны видно очень черно ноги у весны. Ой, молодцы! Похлопали, ребята. Молодцы! Спасибо. Ну, ребята, я поняла, что весна ваша просто красавица, и мы с вами начинаем колдовать. А вы не зевайте, дружно все вы помогайте. Итак, приготовились? Правую ногой топнуть, по щекам надутым хлопнуть, надули щечки, левым глазом поморгать, поморгали левым глазом, и волшебные слова сказать. Фокус, фокус, раз, два, три. Ты весна, скорее к нам прилетишь. Ну и где же весна? Волшебница, ты что-то забыла? Ой, ребята, я совсем забыла взмахнуть своей волшебной палочкой. Еще раз скажем вместе. Фокус, фокус, раз, два, три. Ты весна, скорее приди. Я самая обаятельная и красивая женщина из сказки.
Но на свете мамы есть, невозможно глаз отвесть. Все милы и все красивы, да еще трудолюбивы. Ах ты, глупое стекло! Что ты врешь мне все назло? И правда вижу ваших мам. Все красивы, все трудолюбивы, все добрые, все любимы. Ну ничего, сейчас я это все исправлю. Позвоню-ка я Змею Горынычу. Алло, Змей Горыныч, здравствуй, дорогой. Я тут сегодня к ребятам пришла, а у них мамки, дамочки их, покрасивше, чем я будут. Надо-то им доброты-то поубавить. Ты мне поможешь? Что? Отказался мне помогать. Сказал, что он сегодня кавалер галантный и будет дарить всем женщинам подарки. Только где этот подарок? Да вот же он, смотри. Матвей приготовил свой подарочек выходить. Поверила? Да. О чем со мной будем рассказывать? И Стас. Стас. Не бойся. Идем, Стас. Ну давай ручки опускай и громко-громко подарочек готовим. Я прекрасно деньги с ты Жеки поздравляю. Все им счастье и добра от души желаю. Чтобы все заболы, что только убавим нежными, красивыми, значит, остались. Молодец, да, такой замечательный подарок. Еще Стас приготовил. Я капризничать не стану, а огорчать не буду маму. Если аппетита нет, всю лакода ем обед. По порядку ломасу, книжки я на полке. На диване усасу, тигр, зайку, миску. Потрудиться мне не сегодня мамин день. Вот такие полезки готовили для мамочки. Ну ладно, ладно, я сейчас еще Кощею позвоню, он мне точно поможет. Алло, Кощеюшка, здравствуй, дорогой. Это я, Кикимора. Помоги мне, пожалуйста. Тут я к ребятам пришла, а у них мамочки-дамочки самые красивые, самые добрые. Надо им доброты поубавить. Что? Тоже не поможешь? Он сказал, что он сегодня какой-то дзынь-дзынь джентльмен. А кто это такие? Я не знаю. А сейчас мальчики тебе расскажут, кто такие джентльмены. Арсений и Артем, выходите, расскажите нашей кикиморе, кто такие джентльмены. Ну, кикимора, вот сюда, сюда, ко мне. Ну, вот сюда поворачивайтесь. Кикимора, слушай. Кастюш, поверни, пожалуйста. О, все, молодец. Но? Джентльмен – мужское слово. Так оно давно знакомо. Джентльмен всегда опрятен, свежий, честен и желанен. И теперь отлично знает и тебе располагает. Посмотри, Кикимора, а наши ребята не про... рассказал про джентльмена. Я серьезный джентльмен, взрослый мальчик и спортсмен. Всегда маме помогаю, я отдел не убегаю. Если надо в магазин, я туда схожу один. А сейчас наши мальчики покажут, какие они танцоры. Они не только джентльмены у нас, но они еще и танцоры. Мальчики, выходите. Мальчики, выходите. Мальчики берут красиво свои стульчики, ставят на свои места. Красиво ставят стульчики. Нет, еще не все. Все, ножки.
домой. Может, и мне Леша какой сюрприз приготовит. Ребята, наш праздник продолжается, а весны все нет и нет. Что же делать? Волшебница, ты обещала нам помочь. Ой, простите меня, ребята, но я ведь не волшебница, я только учусь. Но я обещаю, что в этот раз у меня обязательно все получится. Я сейчас возьму свои волшебные предметы. И сейчас начнем с вами колдовство. Есть у меня в сумочке моей еще один предмет, который мне поможет наверняка пригласить весну к нам в гости. Итак, волшебная палочка включается и начинается колдовство. Снуре, пуре, базилюре. Готовились встречать весну? Начинаем. Раз, два, три. Ты, весна, к нам приходи. Yeah.
Стихи расскажут весне, детки. Сейчас ребята расскажут. Катюша, Глеб и София, выходите, пожалуйста. Порадуйте нашу весну, расскажите ей свои стихотворения, которые вы готовили. Катюша, громко. Девочки,
сейчас девочки танцуют для тебя весна. Танец «Ромашковое поле». Девочки, идемте сюда ко мне скорее. Так, вспоминаю. Что там будет, как наши девочки будут. Мы приготовили песню про бабушку.
девочка. Тоже есть бабушка, и она тоже очень любит писать. И у нее много-много разноцветных есть клубочков. Ребята, ну вот беда, все клубочки перепутались в цвета. Я хочу вас попросить помочь моей бабушке разобрать клубочки по цветам. А чтобы они больше не перепутались, мы будем клубочки собирать в корзинки. А какой цвет клубочка ложить, укажет цветочек на корзинке. Я их сейчас вот так вот все высыплю. Но будьте внимательны. Ведь я же волшебница, и бабушка моя тоже волшебница. Может, здесь какие-то лишние цвета, которых нету в корзинке, заблудились. Поэтому, когда будете собирать клубочки, будьте внимательны. Кто будет помогать нам, сейчас нам... Вика, Арсений, Матвей и Алина. Вика, Арсений, зелененький. Алина, выходи на желтенький. Матвей... Твоя корзинка красненькая. Итак, посмотрите, ребята, здесь клубочки разных цветов. Итак, по моей команде только, ребята, в руки можно взять только один клубочек, положить его в корзинку и снова вернуться за другим. Все понятно, как мы собираем клубочки? Очень аккуратно. Приготовились? Раз, два, три. Клубочки, собери! Марка, собрать мне лишние клубочки, которые потерялись
нет такой корзинки для них, в мою корзиночку. Заберем у нее корзинку. Я поможу, я поможу. Так, молодцы, спасибо вам, ребята, за помощь. Ребята, я хочу вас поздравить с этим замечательным весенним днем, с наступающим праздником всех девочек поздравить. И у меня для вас есть сюрприз, ведь я же волшебница, и у меня есть вот такой волшебный цветочек. Посмотрите, ребята, и сейчас мы с вами будем начинать волшебство. Он непростой, там есть сюрприз. Ох, моя сумочка не хочет открывать вам сюрприз. Наверное, кто-то немножко баловался, да? Ну, мы закроем на это глаза и начинаем волшебство. Итак, ты, цветочек мой, цвети и подарок детям подари. Праздник. Еще раз вам желаю крепкого здоровья, цветите, радуйтесь и самое главное, мирного неба над головой. Всех с наступающим праздником!